И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Димончик, как всегда отличное настроение, и сегодня мы играем в Scrap Mechanic, это у нас вторая серия, ты у нас сегодня профессиональный подборщик тачек, давай, показывай, давай. Что у тебя там, какие так. Ты там подготовил? Первое. Давай. Самое лучшее. А чё это такое-то? Это сороконожка, да? Ну, ой-ой-ой. Это сорока... Так, ну да, я сяду. Сорокожуйка. Немножечко она, всё, провисла. Она подгружается, да. Подожди, а что она не едет? Так ты управляй ей. Единичка. Во. Четверочка. А если я буду удерживать? О, она поворачивает. Повороты. Сейчас. Давай. Прикольная такая. Она такая неуклюжая. Такая вообще смешная. И это что? Тесси. Что за бредятина? Это ноги. Ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо, сейчас мы встанем. Ноги-ноги. Сейчас. Сейчас мы камеру подальше сделаем. Сейчас мы эти ноги исправим. Сейчас, Диманчик, подожди. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Туру-ту-туру-ту-ту-ту-ту. Блин, ну придумали же, Димон. Классно же. Да, вообще классно, но выглядит. А ну стой, подожди. Да стойте ноги! Ай, блин. Ребята, если вы кушаете, пьете, приятного аппетита. Они только вперед ходят. И да выпади. Я на скалу полезу. Нажимай, я сейчас буду отправляться. Ой, что ты... А что ты не улетел? Не знаю. О, ничего себе. Ага. Довольно-таки неплохо. Калитка открывается. О, я за рулем. Садись, я тебя покатаю. Идёшь, да, меня? Да-да-да. Тут, короче, динамики даже. А, это зеркала. Я могу только дверь свою закрывать, и всё. Неплохо жмет, смотри, Димон. Чё, джипик? Да? Человек, который его создал, красавчик. Я профессионал, не переживай. Смотри, я дверьки открываю, Я прям хочу на нем погонять. Он вообще сильный. Смотри, как я жму на нем, Димон. Ага. Ну, хорошо. Он какой-то нестабильный. Будем, короче, приземляться. Другого варианта не вижу. Только мягко приземлись. Хорошо. А то я боюсь. Не бойся. Я уже так 100 раз сделал. Ты чё? Вот давай ты будешь лететь, а я буду отламывать что-нибудь. Посмотрим, долго он проживет этот. О, давай. Это мне клонит куда-то. Ой. Я упал. Отключаем движки. Я упал, все. Это о, что Фредди. Это? Фредди. Ничего себе, он здоровый. А он механический? Или что? Да. Подожди, сзади это что, противовес, короче, сзади? Стеклянный. Чтобы не падал. Надо посмотреть там у него. Давай, смотровая площадка. Поехали. Ого. О, смотрите, ребята, это Бонни. Он на гитаре, что ли, играет? Ага. Он челюсть... У него глаза даже работают. Плохо ходить не могут, но все равно классно. Ребята, смотрите, какой балунбой. Есть еще и такой балунбой. Вот, так это, наверное, посерьезней. Прикольчик. О, смотрите, механика. Он ходит или нет? Ну да, что-то пытается. Может его от стекла освободить? Не, упадет.
Давай, давай, ты можешь, балунбой. Смотри, Димончик, он наоборот ходит сам. Он не падает. Разработчик красавчик. Смотрите, какой баланс. А то тебя заперли в этом стеклянном плене. Больно, да? Прям механизмы слышно, как работают. Роботы-аниматроники. Настоящие. Только очень большие. Смотри, Димон, смертельный номер от Фредди. Опа! Смотри, там нету никакой... Смотри, он даже еще живой. А что ему будет? Смотри, смотри, падает. Медленно, медленно. Нет, так. Балунбой, давай, ляща ему. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Уйди, 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 уйди. Так, о, смотри, уже наклонился. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, надо было сразу тот кубик ломать. Фокси, смотри, Фокси живучий. Во. Что-то такое ты нашел интересное. О, видишь, он с сенсорными сам себя выравнивает. Прикольчик. Смотрите, ребята, самый выравнивающийся мотоцикл. Подожди, а что это с ним? Он живет своей жизнью. О, на месте поворачивай, Дима, нажми влево-вправо. О, прикол. Не, какой-то мотоцикл, я не хочу на нем кататься. Давай что-нибудь другое посмотрим. Давай, давай, Димончик, я сейчас вернусь. О, R2-D2, твой любимый. О, о, присядь. Вообще красота. Так, и что мы тут будем делать? Не знаю, но тут прикольно. Я думаю, оно летает. Движки. Просто движок. Кажется, нам надо в голову, мне кажется. Рессоры какие-то стоят. Надо к нему в голову залезть. Он сложный, непонятный. Он классный. Ой, чё это? Фу. Ничего мы... себе. Тут движки внутри, они заработали. Я вообще в шоке. Ребята, смотрите. Классно. Так, так. Выходим. Блин. Какая-то серьезная. А, оно катит его. Я хочу к тебе. Блин, высоко. Оп, я на нем. Я на нем, я на нем. Тихо, тихо. Тихонько. Во. Во! А, тут ничего не видно. Ну давай хотя бы так я посмотрю. Поехали. Он не в невесомости получается, да? Ничего себе. Два вот так, да, вот так вот. Какой-то у нас, знаешь, колеса-робот. Хочешь пересядем? Колесоход. Давай. Ну что? Давай пересядем, покатаешься. Давай. Во. Давайте посмотрим. А, он сам все делает. Просто там вперед нажимаешь. Эту штуку наклоняешь. Все, я понял. И не падает же. Ну. Держит четко, как надо. Робот-миксер. Сам. О, это птица. Это по-любому она летающая, Димон. Вот я тебе говорю, по-любому. Вот даже движки тут есть. Смотри, иди посмотри впереди как. Да? Это ястреб. Или сокол. Смотри, сзади. Ну, может и голубь. Не знаю. Вау, смотрите, как технологично все внутри стоит. Вообще сильно. Давай, лети. Так. О, крыльями машет он. Ты видишь? Ого. Во. Блин, она уже поднимается от крыльев. Вау, какая здоровенная птица. Ага. Приземляйся, только тихонько, Димон. Давай, 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 тормози, тормози, тормози движками. Еще тормози. Включай, включай, дополнительные. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.